Ух ты, что там у тебя, малыш? Ого! Это у тебя такой набор для красоты? Здорово! Ты браслетики такие надеваешь? Вот это здорово! Мама тебе купила такие браслетики? Ух ты! Папа, нельзя! Папе нельзя? А почему папе нельзя? О, папа не будет наряжаться, да? Наряжаются только красивые девочки? Ух ты, какие деловые! И мама! Ну, понятно. Одела? Да. Ого. Ого. Ну да, вот именно такого браслетика папе не хватало, да? Да? Да. Да, это твои браслетики. А что там у тебя еще есть в этом чемодане? Покажешь нам? Да. Ну-ка. Это настоящий фен? Ого, ну-ка покажи. Ого, он дует. Ничего себе, он дует на самом деле. Вот это да. Икай. Да. Икай. Одна. И другая. И там пусто, да, теперь? Здравствуйте! Здравствуйте! Да. Что у вас в магазине продается интересного? Шкатулки. Наклеечки? Да. Отлично! Шкатулочка продается еще? Да. Отлично! Я шкатулочку тоже возьму. Ручка? Да. Покажите, как она светится. Ого! Какая красивая ручка! Розочка? Ручка-розочка! И наклеечки, конечно же, да. И шкатулку хотите мне продать? Ну давайте, я конечно не собирался ее покупать, но давайте с шкатулочкой. Ой, ну наклеечки красивые, я так рад. Взвешиваем их, на развес наклеечки, да? Взвешивайте, София юный кассир. Все, здорово, давайте. Вы там денег с меня хотите взять? А я дома свои забыл как раз. Давайте я с вами рассчитаюсь. Спасибо. Сколько стоят эти наклеечки? Это сколько? Есть денежка? Сколько весит? Ага, все понял. То есть тут вы уже знаете вес, да? Давайте. Я вам должен 1, 2, 3, 4, 5 монеток. Пока-пока. Пока-пока. Прячешься? Куда девается Соня? Куда девается Соня? Соня, ты куда? Соня? Вот это Соня? Это Соня? Это папа и мама. А когда они садятся на шпагат, они как делают ручки? Качка. Ура! Да? Ура! Вот такие чемпионы папа и мама. Да? Мама и папа, и Соня, да? Да. Да. Кач. А, на шпагат съесть пошла? Молодец какая! Папа, Яги. Да ты моя молодец, папа, да. Папа, мама. Папа, мама и Соня так умеют. Давай вот здесь посерединке сядешь. Так. Ой, да ты выбражуля, что ли? Ты выбражуля, ты пчела? Ты пчела? Ты пчела? Ну как пчела делаешь? Ты пчела, что ли, маленькая?
не так. Да не так надо садиться, Соня. Садись на шпагат. Как папа и как мама. Мама, папа. Да, мама и папа, давай. Молодец. Маме, папа. Да. Ой, какая классная, Сонь. Ты на шпагат садишься? Молодец моя. Молодец. Съесть хочешь папу? Ты папу съесть хочешь? Ну все, говори всем пока-пока. Пока.